Еще пару-тройку. Че там, Серег, место не намечается, походу? Да нет, я тебе хочу офигенное место показать. Вернее, направить тебя. Чтоб ты... в чате, вот сейчас меня подкинет. Сейчас, короче, подстраховочка. Всем привет, и с вами Саша Джиггернаут, со мной сегодня Сережа Берег. Да, ребят, всем привет. Да, вот нежданно-негаданно у нас совместочка вышла, выйдет, ну, в общем-то, это не единственное наше совместное ОП, вот, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. После сейчас длительного боя, ну, как длительного боя, ну, сколько там было, минут 20-30, который мы сейчас играли на карте трек, вот мы, в общем-то, слили, решили сейчас зайти на паркур, на дальний сервер, на 20-й, чтобы пинг у нас, как бы, нас не огорчал. А то бывают проблемки с интернетом у нас. Вот. И, в общем-то, паркур. Никакого боя. Сейчас куда-нибудь, я не знаю, что-нибудь позалетаем, попрыгаем. Вот. Я на сочетании Хорирели М4. А Сережа, ты на чем? Ну, я на Воспарике. Потому что лететь, думаю, будет гораздо лучше. Ну да. Насчет рикошета, это хорошо. То есть, в полет было. Так, ну, давай, может, определим точку, которую будем здесь. Вот смотри, где ты кувыркаешься. Вот, а, сейчас, сейчас я встану вот тут, и, в общем-то, все, будет закит-мастер. Только закит-мастер. Тут, как видишь, не я один закидываю, так что... Вот это меня и напрягает, когда не ты один контролируешь полет. Ну, вот это да. Там вот видишь, уже все абсолютно столпились. Да-да-да, помимо тебя еще там по бокам они тебя толкают, и не всегда бывает попадаешь. Так, сейчас у меня, в общем, все. Серега, ты лагаешь конкретно. И политуху сделаю. У меня ты дрифтуешь, короче, что. А, все, ты встал. Вот видите, реально, как бы у Сереги проблемы с интернетом, вот он тут стоит, крутится. У тебя этот, хуй бес вселился. Серега. Да, алло. У тебя конкретно сейчас лагало. Вообще? А ты запись остановил? Нет, зачем? Как они достали? Вот слушай, стоишь вроде как бы сам закидывать хочешь, они тут встали и нет. Места вообще не дают. Так, ты покинул бой, да? Ничего себе они закинули. Вас порикошет. Зря ты вышел, конечно. Вот эти, что скажу. Жека Микс вступил в бой. Да, всем привет. Ну. Поднулись местами. Кстати, сегодня с нами еще Жека. Да. Сейчас будем паркурить. Да, думаю. А где? Ты же говоришь, закидываешь. Куда закидывать? Давай иди подстреливай. Ты же мастер. Я фломастер. Я смотрю, куда тут этот Big Russian Boss запрыгнул. Я еще никогда не видел, что можно было запрыгнуть туда. Куда? А, поверни рельсу назад. Ты же валяешься там? Да. Вот, а видишь, чуть повыше. Васпик, Васпогром? Да. Я только что туда залетел и чуть-чуть шлепнулся. Ну ладно, давай еще раз. Не, в плане... Да стой, не туда. Сейчас тебе покажу, куда смотри. Че, ты летаешь? Отлично. Жека, ты где? Я в минусе лежу. Ну, скиллуешь, видно. Скорее всего, тут больше зависит от того, кто закидывает, нежели от того, кто просто едет. Скилла не скрыть за широкими штанами. Да, есть такое дело. Давай, все, ты готов? Не в плане, что я готов. Пошли, я тебе покажу это. Где этот стоит. Давай, показывай. Где ты? Вот. А, вон, вижу тебя. Вот, и он, короче, с этого подъема, откуда ты прыгал, он залетел вот сюда. Я впервые такой вижу. Там лежит в минусе.
Ну, не, да, прикольно получилось, ничего не скажешь, высоко. Его надо как-то спасти. Шафт, нужен шафт. Хотя я его шафта, наверное, сам шелчу. Хотя... Хотя ты... Подожди, с молота попробуем. На, ой. Ладно, подожди, а тут переодевалка есть? Переодевалка, да, есть. Да, сейчас рельсу возьмем. Думаю, с рельсы я ему помогу. Он пишет, не надо. Может, он там режим спектатора себе сделал, ему хорошо. Его наш гром хочет это слить. Он делает раскачку и палит по нему в школе. Не, сливать не надо. Так, сейчас напишем ему. Сейчас пере... Ну, конечно, написал. Так, а берег, ты где? Ну, я пока в конфе и пытаюсь зайти на сервер. Это как бы, знаете, мой ЛП — это страна чудес. Начинал с берегом, а закончу без. О, ты зарифмовал. Короче, смотри, я опасаюсь сейчас стрелять, потому что, может быть, у него не полный ХП, я его сваншочу. Но надо как-то договориться с ним, чтобы он занарил. Так, братан, отойди. Так. У тебя М4, есть? У тебя 3.5 же, да? Давай попробуй, а то я бы херанул, но у меня М4. Я хочу есть ХП. Ага, все, он пишет плюс и... Нормально, кстати, перевернул, нифига себе. Так, я только это все пропустил. А, так, подождите, я тоже хочу туда. А думаешь, на Хорнке туда вообще реально попасть? Ну вот смотри. Если правильно подкину, то, конечно. Там можно, смотри, в несколько стадий, потому что он там Воспогром может подкинуть, дальше там еще какой-нибудь лобик. Так, подожди. Ну... Все, это моя вышка. Я больше вот чем сюда не залетал никогда никуда. Я здесь буду стоять. Ай да, я сейчас это на М4 так пробую повыше кинуть. Давай. Ты думаешь, зависит от отдачи или как? Ну, конечно, но у меня до конца это самое важное, что есть в рельсе, это отдача ее. Давай расталкивай там. Вот... Стоя. Идите летайте. Ну, сейчас будет втройне, короче. Я еду, потому что у меня сейчас кончится все и... Отлично! Типа назад. Не прошел этот фейс-контроль. Раз, два, три. И... Ну... Я вроде тебя хочу подкинуть, но получается так, что я тебя толкаю и в противоположную сторону. Да-да-да, бывает. Так, давай еще разок. Подкиньте его, попробуйте. Да, скилловская рука чувствуется прям. Конечно, ты че. А еще из... Ну-ка, дайте я попробую подстрелить. Так, главное не заваншотить его. Давай, погнал, братан. Ну. Во, отлично получилось. Ну да, туда же, куда я залетел. Только на твой потолок залетел. Мне пойдет. Ладно, а ты тоже хочешь летануть? Давай попробуем. Давай. Тихо, не толкайся. Что там, свободный путь? Там нет. Там один в минусе лежит, в полуминусе. Подожди, все, давай, сейчас трупик исчезнет. Мы тебя втроем просто зафигачим. Ну давай, еду. Отлично. Че, в принципе, ожидаемо. Неплохо, но не туда чуть-чуть, ладно. Не по адресу. Это, блин, все-таки я еще хочу наверх. Ирония судьбы или легким паром, тоже не туда, не по адресу. Просто надо чуть-чуть, как бы попозже, что ли, им сказать, чтобы они стреляли. Да, чтобы, короче, сама рельса, она попадала в днище танка, а не... В попку танка. Слушай, ну вот это вот красивый вариант. Так, заходим и... Ну куда, вот один рак все портит. Вот этот вот. С ДДХ, блин, не попал, но повезло ему. Но он понял, наверное, что недоволен. Ну, трабл в том, что добро пожаловать на YouTube. Так, и... Да, детка! Ах ты! Вот ты видел, какой намечался полет шикарный? Отомстил. И меня слили, вот... Ну ладно, извинился, парень, все, у меня компит. Школьники, они мстительные. Давай, я тебя подстрелю еще так вот. Ну, мой потолок покорил, поздравляю. Так, я там еще минку насрал, не знаю зачем. Ай, блин. Блин, столько желающих, просто жесть. Что они делают? Так, все, я погнал. И чувствую, никуда не попад. Отлично. Так, короче, надо написать, что я один кидаю. Просто сейчас напишем, чтобы все летают. Так, все летаем. Так, все, один минус у них. Ну, сейчас ты начнешь их минусовать, и они начнут тебе мстить. Не факт. Иногда бывают понятливые школьники. Так, ну вот этот тут красный, я не знаю, что он хочет.
Я все-таки два, зашел на сервер и сейчас всех... кликаю. Раз, два, три. Вот сейчас должно получиться все на высшем классе уровне. Отлично. Ну ладно, пальну что ли еще для приличия. Зря. Вот надо было кому-то здесь делетнуться, а? Ну, васпиков, конечно, легче метать, правильно? Ну, васпиков гораздо легче. А я толстожопый мил. А, ты вес... А, у тебя же... У тебя XT же, да? Да. У тебя вес прокачан. О чем ты думаешь, когда пришел на паркур? Ну-ка. Все, я один. Давай, давай, давай. Давай, пока все, в Мирели вроде не родилось. И нормально. Ну ладно, я зато тоже сальтанул. Надо во всем искать свои плюсы. Че, может место попросить? Ну, навряд ли, конечно, кто-то. А то там Сережа это, уже сухари сушит. Уже, наверное, автопалец устал. Ох ты, как я тебе в пуканчик-то подстрелил вообще, ну, зачетно. Так, подожди, разгончик. Отличный разгончик. Так, смотри, ты меня там жди, сейчас я залечу туда на свой потолок и тебя закину куда-нибудь повыше. На свой потолок? Вот он! Я за... Эт! Нет! Yes! Нет, тихо! Все, ты, короче, ты король падика, смотри. Блин, столько? Ну я да, я красиво лежу. Не, смотри, видишь там... О, меня перевернули, но я долетнулся, вот я рак. А знаешь, как можно было попробовать? Ты вот так бы встал на краешек, я бы подъехал на стеночке и прям чпокнул, ты бы там сальтушки скрутил и залетел наверх. Ну да, в принципе, возможно. Это в благоприятном исходе. Ну, наверное, скорее 90% ты просто в минус лег. Ну ладно. Я, короче, разгоняюсь. И потолок мой, жди меня. Падик, я твой король. Ну, давай. О, тихо. Тоже красиво было. Тихо. Так, все, куда? Пошли куда-нибудь. Куда пойдем? Да, вот сюда тебя кину или... Ах, там мины! Там кто-то мины настрапендосил. Вот этот вот бикрашен босс. А как он тут... А, он тут через это может переезжать, да, что ли? Да. Короче, врубаешь нитру, стреляешь, и все, и ты на... Перед собой, да? Да. Вот так. Давай, залетай, запрыгивай. Короче, ты понял, да? С отдачи я под тебя подъезжаю. Окей. Ой. Твою. Так, тебе к нему? Ну, давай к нему. Подожди, а может... Тихо. Ну ладно, придется вот так долго-долго и упорно подпукивать. Лучше долго, потому что тут-то рисковать не надо. Может, тебя вон на тот этот получится закинуть, прям на самый камешек такой верхний. Подожди, я еще не это... Не проперло. Но... Да, это будет долго. Ну еще выстрел в 2-3, наверное, надо. Ох, смотри, у нас еще один... Братишка. Герой. Сейчас я его переверну. Тихо. Ты, может, назад чуть-чуть отъедешь, потому что что-то как-то мне не это... Хотя... Тут же нет... Тут попробуй. Центра тяжести тут вообще же нет. О, все, красавчик. Так, смотри, теперь... так, сейчас я вот этого переверну. Так. Блин, и... слушай, может я все-таки на то здание перелечу? А, у меня этих... Дашек нету. Ты не... А стой, сможешь? Смотри, сейчас я, короче... там... Нет, тут мин нет вот на этом кирпичике, так что ты не подорвешься. Ты сможешь перелететь без моей помощи, если я вот не буду вставать? Сейчас заценим. Ты давай. Да, все, красавчик. Только мне... А, да, теперь да. Смотри, мне вас погром может закинуть к тебе. Стой. Ого. Жека. Че? Хочешь, я тебе покажу офигенное место, где можно запаркурить? Давай. Я тебе на словах объясню. Нет, я тебе на словах. Свое место. Блин, там еще эти мины. Ох, смотри, как он красиво сделал. Давай, парень. Ну... Стой, нет. Васпи, конечно, не варик закидывать, он короткий. Тихо, нет, он просто... да блин, мне бы кто-нибудь должен подстрелить, что ли, может, ты меня как-нибудь подпалишь? Подожди. Слушай, у вас абсолютно как-то это, не понимается. Он какой-то бессмертный, если честно, вот смотри, Жига к нам залетел. Так, нужно, чтобы он как-то... Тот самый момент, когда мы нарелись и М4 не могли. Ну, тихо. Вот сейчас я должен залететь. Тихо. И... Да, детка. Смотри, тут сколько мин. Может, разминируем потихонечку или не стоит рисковать? Нет, тут... Ну да. Нет, тут вообще не вариант, короче, нет. Если бы я еще был в Винии, тогда я попробую. А да, еще выше.
А, вот сюда, да, давай. Да. О, слушай, он тут, походу, сердечко нарисовал, или нет? Ну-ка. Хотя... Тихо-тихо, отойди, а то сейчас это... Ну, что-то типа того, да. Давай, я под тебя подъеду. Так. Не, ну Хорна-то, конечно, легче закинуть, чем вот в Аспике сотремучиваются, мне кажется, они так и будут да, мучиться. я же говорю, у них, знаешь, такая база, в принципе, короткая, и с них как-то стартовать, ну, реально, просто не варит. Угу, так. Оп. Еще пару-тройку. Че там, Серег, место не намечается, походу? Да нет, я тебе хочу офигенное место показать, вернее, направить тебя, чтобы ты... Кто-то весь ЛП в чате проведет. Вангую. Тихо. Последний выстрел. Нет, ты, наверное... Ну-ка, стой, давай одновременно. Подожди. Нет. Сейчас. Вот это поворот. Все. Вот. Походу, тут уже больше нечего покорять. Ну как, вон небоёб, небоскреб. Ну да. Кто, кстати, с Тенсен? Тихо. И... Жека Микс начинает операцию сапер. Тихо. Нет. Помру? Нет, не помру. Ох, вообще 0 хп осталось, аптека. А, здесь же аптеки без КД вообще, без проблем. Смотри, на край это, толка себя рели. Тебя там перевернет он, красный. А как так-то получилось? Там, походу, две мины в одной. Вот читер, а. Да, он сейчас, наверное, меня перевернет, но я потихонечку подползу. Переверни. Так. Надолго придется стрелять. Я тебе покажу место. Как ты мне покажешь место? Кстати, ну, я тебе скажу, когда ехать. Ты только что место просрал, Серега. Место просрал. Против нас было. Давай, место есть. Какое? Вижу. Зашибись, блин, я начинаю кликать, короче. А у меня еще высвечивается табличка. Вы хотите зайти в эту битву? Это режим паркура, и не будут начисляться очки. Блин. Обязательно надо предупредить. Офигеть. Просто зашибись. Ну, слушай, тебе вражеский ВАСП хочет больше помочь, чем наш красный. Он там вообще сильный. А, в принципе... О, я сейчас чувствую, прям на мины полечу. Да, ну, давай. Лучше это, Дашку. Ой! Фу, не скосил. Так, слушай, ну... Блин. Сейчас будет операция вообще жестокая. Сейчас мне надо нырнуть аптечку в полете, чтобы залекаться. И еще потом на мин, когда я приземлюсь, хотя... Да не, нормально. О, шикарно. Ой, куда ты поехал? Не, я хочу продолжить операцию, минер. Ну, тебя жизнь ничему не учит, я вижу. Главное, чтобы две мины не было, а там все шикарно будет. Сейчас бы сюда изитку такую, чтобы взять так. А тут изитка, тут аптеки без КД. Какая изида, блин? Ну, кому как, у кого-то знаешь, у кого-то только 61 нитра. Да, а ну изида, конечно, бы. Так, вот здесь вообще опасно. Тут что-то как-то. Сейчас 4 штуки сразу словлю и чувствую. Ловите меня, семеро! Ну, у вас, главное, чтобы он там еще не покакофонил. Не легче вот этого бикрашен босса слить или что? Ну, это будет как-то не по-человечески. Мы танки, а не люди. Как там в рекламе того говорили? Ты не управляешь танком, ты и есть танк. Есть танк, да. Тоже помню этот момент. Так. Ну, давай. Чё-то как-то у него не получается у вас. А реально гетто такие трущобы. Трущобы. Это знаешь, это. Тут можно, короче, форсаж. Какой там, пятый или четвертый? Вроде пятый, да, там. Приота? Да. Приота. Да, последняя часть, да. Так, давай. 3, 2, 1. Иди. Блин, я думал, сейчас двойной сделаешь. О! Тихо. Ну, сейчас, короче, опять. Так, будем вот так подстраховывать себя. Так, нормально. Ой, извини, братан, я подстраховал. Сейчас начнется мстение, походу. Тихо, братан. Да не, ничего там не будет. Сейчас сразу две, смотри. Съешь лучше. Ага, все. Вот сейчас меня подкинет. Сейчас, короче, подстраховочка. И на мину. На. Блин! Ай, отлично! Не, надо было наоборот перед собой остальную цельтуху бы скрутил. Блин, вот я. Ах, так, меня бы кто-нибудь подкинул. Ты дальше себя на мину даже толкнул. Ну вот я и говорю, ярочок. Так, подожди. Это твоя, враг твой. Отличный выстрел. Ну да, походу, пока тут все скиллы на крыше тусуются, меня тут никто не закинет.
Ладно, я попросил. Какое офигенное место, скажу, ты там просто офигеешь от этого паркура. Короче, я сейчас для превьюшки что-нибудь, какой-нибудь скрин сделаю, ну и, в принципе, все, можно ПЭшку завершать это, потому что... Потому что все покорено. Да, все покорено. Да, отличная ЛПСБ. Отлично! Подожди. Самый продуктивный за сегодня. Ну да, из меня подстрельщик, как, не знаю, из кого кто. Никакой, в общем. Ну, в общем, Ребзя, вот вы посмотрели элементарные элементы паркура на карте Рио, то есть как тут можно залетать, как можно запрыгивать. С вами был Сашек Джиггернаут, Жека Микс и Сережа Берег. Давайте всем там... пока. Да-да, побай-байкайтесь. А знаете, какую битву, что ли, сейчас, может, запишем?